Вот была береза. Практически она была тут самая шикарная. Очень хорошей кроной. Прошел шквалистый ветер и повалил именно ее. А гнилье осталось стоять. Подсохшие гнилые деревья так и остались стоять. Это что означает? Означает, что хорошую крону лучше не иметь. Корни твои не выдержат. А деревья, где кроны слабые, они ведь веками стоят. А тут вот весь корень выворотил. Вот. Как и в жизни людей, видимо, бывает. Видите, какая пышная она была. Чуть ли не самого снизу. Создается парусность, и ветер их валит. А вот старые гнилое. Вон там их, вон, полно стоит. Летом даже на них это нету листьев. Они так и остались. И в лесу также.